Доброго утра всем! Сегодня мы начнем серию сюжетов о том, как лечить наши суставы. Для того, чтобы максимально помочь нашим суставам, нужно сначала почистить их. Но если почистить просто суставы и оставить зашлакованными печень и кишечный тракт, то эффективности будет очень мало. Поэтому есть общие правила. Первое – это чистка кишечника. Второе – чистка печени. Их можно совмещать по времени. И уже третье – чистка суставов. После этого можно приступить к лечению. Есть основные моменты в лечении наших суставов. Первое – обязательно должна быть какая-то настойка, спиртовое соединение, которое будет помогать работать нам суставами. Второе – это травы, которые будут снимать воспаление и которые будут растворять соли в организме. И третье – это наружное применение в виде компрессов, примочек. Итак, чтобы начать лечить суставы, нужно сначала почистить наш организм. В следующей передаче я вам расскажу о чистке кишечника. Всего вам доброго! Широкий ассортимент целебных трав. Травяная лавка на Цвилинга 41А.